Здравствуйте, с вами передача «Дом, сад, огород» и Наталья Джоева. Сегодня мы поговорим об очень интересных ягодах. Да, и киви, и бананы – это ягоды. Конечно же, это в более широком смысле фрукты, но ботанически это ягоды. Итак, киви. Что нам известно о киви? Ну, мы его употребляем в основном в осенний, зимний, весенний период, когда мало что нас может радовать из своих фруктов и ягод. Растение это родом из Китая. В Китае киви, вернее его предок актинидия дикая, имеет всего несколько сантиметров в диаметре. Ну а уже где-то примерно 100 лет назад в Новой Зеландии вот из этого невзрачного актинидии сделали киви. Это продукт селекции. Ну а киви его назвали, потому что имеется в Новой Зеландии такая же маленькая пушистая птичка киви. И поделились вот таким образом названием вот с этим интересным фруктом. Итак, киви имеет в основном всегда определенный вес от 75 до 100 грамм. Дикие актинидии до 35 грамм. Дальше, раньше, до 20 века, актинидия называлась китайским крыжовником, потому что имела такой же невзрачный кислый вкус, как и крыжовник. А в самой Новой Зеландии актинидию называли обезьяньим персиком из-за лохматой вот этой вот кожуры. Но чем же интересно киви? Во-первых, киви это лиана. И нет такого понятия, как неурожай киви, потому что у киви нет ни вредителей, ни болезней как таковых. Поэтому, если у вас не урожай, то, скорее всего, вы просто не полили свой киви. Киви может не дать плодов из-за засухи, потому что растение очень влаголюбиво. И в жаркие дни одна только лиана может выпивать до 5 литров воды. Это не считая того, что вот вы полили и у вас расползлось по земле чисто только в одну лиану 5 литров воды. Поэтому и сам плод на 85% состоит из воды. Поэтому его очень часто включают в диетические наборы. Если вы сидите на диете, то употреблять киви, конечно, полезно, потому что в одном плоде от 45 до 65 килокалорий. Дальше, два плода киви имеют клетчатки, как с целой тарелки зерновых, допустим, хлопьев или еще что-то такое, пшеничное, ржаное. То есть это очень полезно. Клетчатка, как мы знаем, стимулирует работу нашего кишечника и избавляет нас от всяких вредностей. Дальше, два плода киви содержат витамина С больше, чем один апельсин. Видите, какая польза? Два плода киви по калию содержат столько же, сколько один банан. А как мы знаем, калий – это прекрасная работа сердечно-сосудистой системы. Еще интересная особенность киви. Из киви нельзя получить желе из сырого киви, потому что киви содержит особый фермент, который буквально желатин разлагает. Поэтому из киви можно делать различные маринады при мариновании мяса. Мясо будет нежнейшее. Киви употребляется не только в свежем виде, но из него также делают варенье, джемы, соусы различные. Ну, давайте немножко поговорим о пользе киви. Итак, большое количество витамина С – это залог крепкого иммунитета. Значит, мы будем с вами меньше болеть простудными заболеваниями. Поэтому киви нужно употреблять. Но, конечно же, есть и противопоказания. Нежелательно употреблять больше 3 плодов в день. 3 плода – это среднестатистический максимум.
Дальше, если у вас какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом, то так как киви содержит много клетчатки, могут начаться обострения. Поэтому только после разрешения лечащего врача. Дальше, киви слабит кишечник. Поэтому, если у вас есть проблемы с диареей, то киви немножко попозднее, когда вы вылечитесь, тогда и употребляйте в пищу. Как я уже сказала, киви очень полезны, и многие его употребляют даже с кожурой. Мы сейчас с вами рассмотрим для милых дам, все-таки март – это месяц женщин, маску, которую делают из киви. Мы вырезаем киви, берем нужное количество мякоти, измельчаем, хорошенько, можно пропустить через блендер. Добавляем, конечно, во всех рецептах пишут про кефир, но нет ничего вкуснее и полезнее осетинского мацони. Добавим ложечку мацони, можно добавить мед. Если у вас жирная кожа и вы употребляете какие-то специфические крема, то добавить сюда и ложечку крема. И вот такая масочка наносится на лицо, тело. Это очень полезно, так как осуществляется пилинг верхней ороговевшей кожи. Уменьшаются за счет этого мелкие морщинки, лицо отбеливается. Но не только на кожу можно употреблять эту маску, но и в качестве укрепляющего средства для волос. Вообще употребление регулярной киви приводит к замене белков в волосах. И ваши волосы становятся более пушистыми и шелковистыми. Дальше, употребляя киви, мы избавляемся от тяжести в желудке. Вот за счет вот тех ферментов, которые содержатся в этом удивительном плоде, ягоде. Дальше, киви препятствуют отложению камней в почках. То, что тоже актуально, а тем более для тех, кто любит пить воду из родников, минеральную воду, потому что она насыщена различными минеральными солями. Вот киви – это такой противовес. Если вы употребляете вот эту воду родниковую, обязательно употребляйте и киви. Дальше, киви, конечно же, очищает наш организм. Пищеварение работает как нужно. Но как же правильно выбрать киви? Когда мы берем в магазине плоды киви, обязательно смотрите, они не должны быть излишне твердыми, но и не должны быть излишне мягкими. Потому что твердые – это недозрелые плоды, а слишком мягкие плоды, возможно, уже перезрели. И, возможно, там идут различные уже бактериальные процессы. Тем более, если есть какой-то неприятный запах, то от таких плодов вы просто можете отравиться. Поэтому выбираем плоды средней мягкости и обязательно смотрим на шкурку. Никаких пятен, никаких налетов на ней не должно быть. Ну и немножко два слова о том, как киви вырастить. Киви прекрасно растет у нас в Южной Осетии. Здесь нет таких морозов, и к тому же они кратковременны и особого вреда для киви не представляют. Дальше, обрезается киви точности, как виноград. Растет на этих же перголах, обрезается точно так же. Единственное, что полив требуется более мощный. Опрыскивание никакими препаратами не требуется, потому что вредителей и болезней специфических для киви у нас нет. Так что считайте это таким экологически чистым продуктом. Приходя в магазин овощной, вы знаете, что киви ничем не обрабатывается. Вы едите природный чистый продукт. Я считаю, что это потрясающая вещь, когда мы знаем, что ничего ничем не опрыскивалось, и никаких ядохимикатов ни на поверхности, ни внутри киви нет. Поэтому киви для меня это все. Ну а теперь давайте немножко поговорим
о бананах. Бананы, как я сказала, это тоже ягода. Но бананы растут не на банановых пальмах, как многие из нас думают. Банан – это трава. Да-да, это всего лишь такая высокая, огромная трава. И после того, как банан срежут с этой травы, или он уже перезрелый упадет с этой травы, то эта трава погибает. Банановая травка один раз дает урожай. Но совершенно моментально вот эта плантация бананов возобновляется, потому что все мы знаем, что трава растет очень быстро. Итак, бананы. Как я уже сказала, в бананах очень много витамина К. А витамин К – это, конечно же, прямой путь к здоровью сердечно-сосудистой системы. А известно ли вам, что бананов всего 700 сортов? Вы только представьте, 700! А мы все видим вот этот вот один сорт. И, кстати, из этих 700 только 10 пригодны для употребления в свежем виде. Все остальные бананы – это бананы, которые употребляются только после термической обработки или для кормоводства, животноводства, то есть бананами кормят животных, или выращиваются на фермах вообще не для плодов, не для получения вот этих вот вкусненьких желтеньких плодов, а для, допустим, травы, из которой можно изготовлять канаты, веревки. Банановые листья в тех природных условиях употребляются так, что ими застилают крыши, делают различные корзины, другие нужные для хозяйства вещи. Вот 700 сортов бананов, из которых только 10 мы употребляем в пищу. Дальше. Почему мы говорим «банановая кисть»? А не, допустим, как виноград, банановая гроздь. А потому что в переводе банан обозначает палец. И поэтому уже прижилось в мире такое название банановая кисть. Дальше, самая большая банановая кисть содержала 300 плодов и была весом в 65 килограмм. Вы только представьте, 300 бананчиков в одной кисти и весом в взрослого человека. Вот такое удивительное растение. Дальше, бананы содержат не только, не в том смысле, что различные макро- и микроэлементы, но они там идеально сбалансированы. Поэтому употребление бананов очень полезно для организма человека. И в бананах много магния. А магний очень полезен для курильщиков. Почему? Потому что магний способствует тому, что вот это бросание от курева, то есть вы хотите бросить курить, употребляйте бананы. Магний сглаживает, нивелирует вот эту охоту обратно взять сигарету в руки. Поэтому бросаете курить, держите при себе бананы и употребляйте их в пищу, вместо того, чтобы обратно потянуться за сигареткой. Дальше, ну, конечно же, опять рецепт для милых дам. Банановая маска обязательно для современной женщины, потому что очень полезна и смягчает кожу. Но посмотрите, не только банан можно употреблять в пищу или в качестве маски, но и кожура полезна в быту. Кожура бананов отпугивает многих вредителей, поэтому ее можно закапывать под кустами, под деревьями. И можно предварительно измельчать, конечно, потому что здесь все-таки климат сухой, и целая банановая кожура очень долго будет разлагаться. Пока она свежая, она будет отпугивать вредителей, а в дальнейшем она уже будет сама питанием для наших садово-огородных культур. Дальше. Не зря я сказала, что банан увлажняет кожу.
Но кожа же у нас есть еще и на обуви. Кожаная обувь есть у многих. И вот эта сторона банана прекрасно смягчает кожаную обувь. Натирайте обувь, и к ней вернется ее мягкость и блеск. Попробуйте этот рецепт. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. С вами была передача «Дом, сад, огород» и Наталья Чуева. До свидания.